Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша тема состоит из двух частей. В самом начале мы обсудим вопрос о том, что такое сюжет в литературном произведении, а потом разделение сюжета на основе соотношений между событиями. Сюжет – это система событий или последовательное развитие действий. В основе сюжета всегда лежит конфликт. Без конфликта сюжет не может развиваться. Сюжет двигается вперед благодаря конфликту. В отличие от лирики, где изображается субъективный мир, в сюжетных произведениях изображается объективный мир, событийный мир. Через события, через поступки, через действия раскрывается главная мысль, раскрывается идея произведения. Раскрывается также и характер персонажей, которые участвуют в этих событиях. Раскрывается их судьба. Бывают произведения, где сюжет носит очень напряженный характер. Изображаются острые драматические события. Пример таких произведений – это роман Достоевского «Преступление и наказание». И наоборот, бывают произведения, где сюжет хочет формально существует, но играет второстепенную роль. Пример таких произведений – это рассказ Чехова «Дама с собачкой», где как будто ничего не происходит. Весь рассказ проникнут лирической грустью. В теории литературы такие произведения называют бессюжетными произведениями. На основе соотношения между событиями Поспелов разделяет сюжет на два типа – хроникальный и концентрический сюжет. Хроникальный сюжет строится на временной основе. Тут одно событие следует за другим чисто хронологически. Например, сначала родился сын, потом родилась дочь, или окончил школу, потом поступил в университет. Тут, кроме временных связей, других связей нет. Концентрический сюжет строится на причинно-следственной основе. Тут одно действие следует за другим как следствие. Одно вытекает из другого. Например, ребенок заболел и не пошел в школу. Тут вторая часть является следствием первой части. Каждый вид сюжета, и хроникальный, и концентрический, имеет свои задачи, свои возможности, свои преимущества. Основные моменты нашей лекции. Часть «Сюжет в литературном произведении». Сюжет как система событий. Изображение объективного мира в сюжетных произведениях. Отличие лирики от сюжетных произведений.
сюжетное сходство в литературе различных стран. Вторая часть – разделение сюжета на основе отношения между событиями. Особенности хроникального и концентрического сюжетов. Преимущества хроникального и концентрического сюжетов. Пример произведения, где концентричность и хроникальность присутствуют вместе. В сюжете изображается объективный мир. В эпическом произведении, в рассказе, в повести или в романе изображается не субъективный мир автора, как в лирике, а объективный мир, мир, который окружает его. Это внешний или предметный мир. Автор изображает через образную систему, через жизнь и поступки действующих лиц, через события, в которых они участвуют. Сюжет как система событий. Но эти события изображаются в определенном порядке. Одно событие связано с другим событием, одно вытекает из другого. Таким образом, наблюдается определенная последовательность развития этих событий. Эта последовательность развития действия или система событий создает сюжет художественного произведения. Отсутствие сюжета в лирике. Однако сюжет, как система событий, присутствует только в эпосе или в драме. В чистом лирическом произведении сюжета нет. Специфика лирического произведения. В лирическом произведении субъективный мир автора раскрывается не через систему событий, а через описание чувств и переживаний самого поэта или образа, о котором говорится в произведении. Сюжет в эпическом произведении. В эпосе или в драме, в отличие от лирики, сюжет является основной формой раскрытия содержания. В рассказе Чехова «Смерть чиновника» изображаются поступки героя после того, как он чихнул театре. Через поступки раскрывается характер героя, его рабская психология, раскрывается и идея произведения. Рассказ Антона Павловича Чехова «Смерть чиновника» изображается событийный мир. В рассказе эти события описываются в определенном порядке. Одно связано с другим, одно вытекает из другого. В этом рассказе они описываются в хронологическом порядке, другими словами, через систему событий, через последовательное развитие действия раскрывается идейное содержание произведения. Изображение субъективного мира в лирике. В стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» идея произведения – одиночество поэта и его мятежный характер. Не передается через события, не через действия. Там нет
никакого события или действия. Внутренний мир поэта, его страдания и отчуждение раскрываются через поэтический монолог автора. В монологе поэта отражается его чувства и переживания, его грусть и печаль, его разочарование. Сюжетные особенности в драме. В отличие от эпоса, в драме сюжетное действие носит особый характер. Как мы знаем, в основе драмы лежит действие. Характер в драме раскрывается только через его действие на сцене. Сюжетное действие является особенно драматичным. Жизненные явления, которые художник решил отразить в своем произведении, получают художественное воплощение через сюжет. Иными словами, сюжет – это развитие действия и отношение героев произведения к действительности. Простой, незапутанный сюжет драмы. Основная черта драматического сюжета – это единство действия. Даже в тех драматических произведениях, где нет острой интриги и быстрого темпа развития действия, единство действия всегда наблюдается. Обычно сюжет драматического произведения не является очень сложным и запутанным. Единство действия в драме требует простого, несложного, незапутанного сюжета. Сюжетные персонажи в драме односторонние, в них преобладает только одна основная страсть. Сюжетное сходство в литературе различных стран. По мнению Веселовского, сюжет – это сложные схемы действия, и как схемы они могут использоваться разными художниками разных времен и разных стран. Вот почему в литературах различных стран мы наблюдаем присутствие аналогичных сюжетов. Сюжет переходит из одной культуры в другую культуру, бродячий сюжет. По Веселовскому минимальной структурной единицей сюжета является мотив. Аналогичные социально-исторические условия создают аналогичные мотивы. Сочетание различных мотивов создает и сюжет. Сюжет и фабула. Сюжет часто путается с фабулой, однако они разные вещи. По словам Томашевского, фабула – это то, как узнал об этом читатель. Как в романе Лермонтова «Герой нашего времени», фабульный порядок частей будет таков. Тамань, княгиня Мэри, Белла, фаталист Максим Максимыч. А порядок частей, как мы наблюдаем в романе, это его сюжет. Сюжетные линии в художественном произведении. В большом эпическом произведении обычно мы наблюдаем
присутствие одной главной сюжетной линии и некоторых второстепенных сюжетных линий. Они между собой связаны и вместе раскрывают идею произведения. Однако бывают и произведения, правда, их мало, где есть больше, чем одна сюжетная линия. В романе Льва Толстого «Анна Каренина» мы наблюдаем присутствие двух сюжетных линий. Одна связана с Анной, другая с Левиным. Два типа сюжета. На основе соотношений между событиями Поспелов разделяет сюжет на два типа – хроникальный и концентрический. Особенности хроникального сюжета. В хроникальном сюжете сюжетные события связаны между собой на временной основе. Одно событие следует за другим, чисто хронологически. Других связей между ними нет. Сначала родился сын, потом дочь. Или поступил в университет после окончания школы. Особенности концентрического сюжета. В концентрическом сюжете между сюжетными событиями мы наблюдаем причинно-следственные связи. Первое событие является причиной возникновения второго события. Отличие хроникального сюжета от концентрического. Объясняя разницу между этими двумя видами сюжета, Поспелов приводит очень удачный пример. Вот что он пишет. Во фразе «Король умер и умерла королева» воссоздаются связи первого типа. А во фразе же «Король умер и королева умерла от горя» перед нами связь второго типа. Как мы видим, во втором случае сюжет носит характер единого действия. Преимущества хроникального сюжета. Каждый из этих двух видов сюжета имеет свои возможности, свои плюсы и свои преимущества. Хроникальный сюжет дает художнику возможность создать многоплановое произведение, показать разные стороны человеческой жизни, показать ее во времени и в пространстве. Сюжет авантюрного произведения. Авантюрное произведение, где изображаются разные приключения героев, также требует хроникальной организации сюжетных событий. Примеры хроникального сюжета. Автобиографические трилогии Толстого или Горького, записки охотника Тургенева являются хорошими примерами этого типа сюжета. Пьесы Чехова, где единство действия сознательно нарушается, также относятся к хроникальному произведению. Задачи, возможности и преимущества концентрического сюжета. Концентрический сюжет, который строится на основе причинно-следственных связей между событиями, также имеет свои специфические задачи, возможности и преимущества.
Сюжет такого типа дает художнику большую возможность глубоко изучать определенную тему и проблему во всех их сложностях и в разнообразиях их проявлений. Единство действия в концентрическом сюжете. Единое действие также является причиной композиционной завершенности данного типа произведения. В области драмы долгое время господствовал концентрический или центростремительный сюжет, где строго наблюдалось единство действия. Произведение, где одновременно присутствует хроникальность и концентричность. Однако бывает и такое произведение, где хроникальность и концентричность одновременно присутствуют в сюжете. В романе «Анна Каренина» причинно-следственные связи между событиями очень хорошо объясняют взаимоотношения главных персонажей. Однако Толстой в этом же романе иногда применяет хроникальную форму повествования, которая помогает ему осуществить свою главную задачу – всесторонний показ русской жизни того времени. Итак, сюжет как система событий присутствует только в эпосе и в драме, где изображается внешний мир, объективный мир. В чистом лирическом произведении, в оде, элегии, в сатире, где изображается субъективный мир, сюжет отсутствует. Однако в лироэпических произведениях, в баснях, в балладах, в поэмах мы наблюдаем присутствие сюжета. Но басни, баллады и поэмы, они не являются чисто лирическими произведениями. В них мы наблюдаем сочетание лирического и эпического. Минимальной структурной единицей сюжета является мотив. Аналогичные социально-исторические условия создают аналогичный мотив. Сочетание мотивов создает и сюжет. И вот почему в литературе различных стран мы наблюдаем сходные сюжеты. Поспелов разделяет сюжет на два типа – хроникальный сюжет и концентрический сюжет. Первый, то есть хроникальный сюжет, строится на временной основе, когда второй, то есть концентрический сюжет, строится на причинно-следственной основе. Объясняя разницу между этими двумя видами сюжета, Поспелов приводит очень хороший пример. Во фразе «Король умер, а потом умерла королева» мы наблюдаем связь первого типа, то есть хроникальные связи. А во фразе «Король умер и королева умерла от горя» мы наблюдаем второй тип сюжета, то есть мы наблюдаем концентрические связи. В хроникальном сюжете обычно временные рамки очень широкие. Широкие временные рамки позволяют писателю раскрыть
жизнь человека более подробно, раскрыть разные стороны действительности. В концентрическом сюжете обычно мы наблюдаем единое действие. Единое действие позволяет писателю глубоко изучать определенную тему или проблему. Каждый вид имеет свои преимущества, свои задачи и свои возможности. Пример хроникального сюжета – это трилогия Толстого или автобиографическая трилогия Горького. А пример концентрического сюжета – это роман Достоевского «Преступление и наказание».